всех своих друзей, подписчиков, мимо проходящих и питомцев, которые именуют себя гордым названием хейтеры, поздравляю с наступающим, а возможно у кого-нибудь уже наступившим, а ну а вдруг, 2017 человеческим периодом, то бишь годом. Я тут с совиками, символом следующего года птичьего. Чем сова не птица, и чем курица не птица. В общем, я думаю, сова и курица, они какие-то родственники. Пусть будет год совы. Интересно, где-нибудь есть год совы? И чем вам хлорофитум полосатый, не елка? Смотрите, какой кудрявый. В баночке из-под сахара какого-то. Ванного. Короче говоря, поздравляю всех с наступающим, либо наступившим годом. Пусть в вашей жизни будет все, как обычно говорится, типа все окей. Поменьше мамочек в декрете, которые лайкают ваши фотки в социальных сетях. Не поверите, вот 31 декабря мамочки в декрете все еще лайкают фотки. Вот жить не дают им, ну, в смысле, есть не хочу, спать не хочу, дай отлайкаю чужую фотку. Тем, кто поддерживает меня, пишет клевые комменты, ставит пальчики вверх, надеюсь, ставите при этом. Ну, пишите комменты и ставите пальчики. Вообще, подписывайтесь на меня и смотрите меня с удовольствием. Конечно, желаю вам всяческих благ. Ну, там, здоровья, как обычно, по умолчанию, там, этот, такая решетка, любви, здоровья, денег, да? Всяческих ваших сбычт, мечт и прочей няшной требухи, чепухи. Ну, а хейтерам про... Прошу вас, хейтеры, оставайтесь такими же несчастными людишками. Благодаря вашим суперским комментам, особенно за последние 2 дня, наверное, еще за сегодня будет набежать, мой канал продвигается в рейтинге. Ну, чем больше комментов у видео, тем оно, наверное, чаще попытается там в каких-нибудь поисковиках или в рекомендованных, кажется, это с правой стороны, да, справа, правая рука, значит, справа. Короче говоря, благодаря вам рейтинг моего канала, наверное, растет. Чтобы что-то такого пожелать. Да, всегда оставайтесь такими ужасными, унылыми, глупыми дурачками. Наверное, плохо говорить дурачки, это как это? Людьми с ограниченными возможностями. Сейчас это вот мы еще на культурологии, на 6-м курсе проходили. Короче, питомцам моим я желаю всегда любить меня и как минимум 2 часа своего времени в сутки проводить на моем канале, потому что Маша мне сказала, что какой-то ученый сказал, что надо 2 часа времени проводить с животным, иначе животное, питомец домашний, допустим, кошка, помрет с тоски. Так вот, желаю вам проводить как минимум 2 часа в сутки каждый день на моем канале. Можете писать комменты, можете хоть описаться, записаться, выписаться. Всем же остальным желаю счастливого Нового года, приятно провести время именно там, где вы хотите, а если вы не можете по каким-то причинам там, где вы хотите провести свое время, то просто улыбок вам, что ли. Ну, кто-то там болеет, тому справляться обязательно. И вообще не болейте. И я, конечно же, не посмотрела, как это выглядит сейчас, вот, ну, вообще я забыла, как снимать видео поздравляльное. С Новым годом на YouTube, я совершенно забыла, я вчера сидела до 3 часов ночи, я не помню, что я делала, ну, с кем-то там общалась, да, кстати, по поводу общения, чтобы общение вам было всегда в радость, а не в тягость, и чтобы вас не заставали те, с кем вы не хотите общаться по той или иной причине, но вежливость вам не позволяет посылать их в пешее эротическое путешествие. В общем, смотрела я, кажется, аниме до 3 ночи, потом меня разбудила родня, ну, в принципе, было, вот, кстати, это их подарочек, домашний костюмчик, как мне сказал наш японист, в ней можно и наки выползти в этой пижамке. Прикиньте, я в пижамке. Ну, вообще, я думала, что пижамка, но мне сказали, что это домашний костюм. У меня у подружки всегда был какой-то такой вот... Мне раньше казалось, что она по дому ходит в пижаме, оказалось, это домашний костюм. Короче, всем вот таких классных домашних костюмов тоже желаю. Чё по счёту, я, блин, времени не заметила, у меня батарея разряжается, наверное, там... Видео совершенно сумбурное... И что-то я, наверное, упустила какую-то мыслью. Ну, там любви вроде желала, да? Короче, видео я не посмотрела, как это записывать, что там надо говорить. У Аленкина только осилила. У нее философское какое-то сильно было. Ну, и, в общем, роднями разбудила. Я такая сонная, вялая. Только что вынесла последний мусор. Кот у меня запрыгнул на стол кухонный к еде. Рядом мандаринчик. Кстати, я заметила, коты не любят, по крайней мере, мой не любит запах мандаринчиков с кошкурки.
Может, вы где-нибудь ее везде сувать, чтобы она он не лазал. Хотя он ее не нюхает. Вот, кстати, он, наверное, тоже хочет вас поздравить с Новым годом, раз пришел, смотри в камеру, гад ползучий. Сердечко так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Короче говоря, я планирую сейчас, наверное, сделать себе кофе в своей кофемолочке, заварить его в турчике, ну и если не взбодрюсь, то поваляться в ванночке. Кстати, с той Эйвон-подушечкой я только один раз лежала, стабильно про нее забываю. В общем, мы с Тишей желаем вам хорошо провести время, еще раз с наступающим, либо наступившим, и до новых встреч в следующем году. Пока-пока!